Личико к личику складываем. И вот тут сзади у нас будет с вами сгиб. Вот, сгиб. На спине, да? Да. Можем даже сэкономить чуть-чуть, посмотрим. Еще можно. Сколько? 2 сантиметра? 3. Делаем 3. Мне нужно перерисовать нижний край так, чтобы у меня снизу, ну, где-то сантиметр еще поместился на пришивке. Значит, я вы... если 3, то прям 4. Да. Я сейчас, я выкладываю вот здесь вот по сгибу. Середина спинки выкладывается по сгибу ткани. И вот здесь, так как он ложится, вы видите, что мы в случае с юбкой выкручивали, а сейчас я его так ложу уже сам, видите? И мне нужно вот как ложиться, так и ложиться, обрисовать срез пояса. Вот как он у меня лег, вот так и обрисовываю. Обрисовала. Теперь мне нужно продлить боковой шов. Вот так вот выкладываю на боковой шов и продлеваю. Вот так. Закрепляю булавочками, ну, чтобы он у меня не ездил. И сантиметр, потому что я переднюю и заднюю часть буду стачивать. Но пока еще обрисовала пока спинку, буду еще обрисовать переднее полотнище. Сантиметр на пришив. То есть мы сейчас между ними будем сшивать? Да, между ними буду сшивать, по боковому еще буду сшивать. Ну так, обрисовала, поправляю эту линию, потому что ж она должна ровненькая быть. Поправляю эту линию, чтобы она у меня была красивой. И к этой линии я должна понять, какой я хочу пояс. То есть большой-большой, маленький-маленький. Мы 3 сантиметра, правильно? Да. В нашем случае мы хотим готовый вид 3 сантиметра. Моя мобила тормозит. Она устала? Вся надежда на твою вину. Это еще Оля, Оля еще снимает, не переживай. Я думаю, кто-то выложит. Ну, он так снимает, как будто с паузой. Надеюсь. Девочки, 3 сантиметра готовый вид. Плюс мы еще его будем тоже, точно так же корректировать, как и на юбке. Я отдаю где-то сантиметрик сверху, но чтобы не меряться сантиметров, все равно я буду корректировать. Сантиметрик где-то даю сверху. И сантиметрик даю снизу. Но это на пришив, а это на стачивание, сейчас вы увидите. И на глазик даю сантиметрик. Выкраиваю. Конечно, будет не надо. Выходит, пояс будет из 3 частей. Типа задняя. Почему из 2? И нет. 2 передних. Раз, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Боже. 6? Посадка получается. Ну, в смысле, вот этих лицевых частей. А, лицевых 3. 3 подкладка? Мы еще подкладку будем пришивать? Нет. Ставлю на бутылку. Все пояса, манжеты, эти воротники, все, планки, все всегда дублируется. Один в одну деталь выкроила, и мне точно такую же нужно выкроить вторую. Ага. Двойной такой. Да. Лицевая сторона, изнаночная сторона, да? А чему 4? Она может называться классно? Потому что у нас, если у меня много ткани, то если я сейчас выложу все брюки, я могу. Низ, 4 что, что, и что? Сразу я по таких А 4 не это плохо вырезать. Ага. В принципе, да.
съезжать же будут ножницы. Тут иногда две режешь, и то одна относительно другой может съезжать. А если четыре, ну, как вариант, можно попробовать. Хорошо, что не с индукане, там можно четыре. Наоборот, они еще больше ездят. Да? Да.